Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Cars for Sale Simulator. Сейчас мы направляемся на райончик. У меня кучу денег, где мы купим какой-нибудь дорогой автомобиль. Подороже. Вот, смотри, сразу же я вижу дорогой автомобиль. Это ретро автомобиль, он стоит дорого, наверное. Чем дороже автомобиль? А, 22. Так, торговаться за 20... за 19. Господи, чуть 29 не написал. 3000. Скинет, нет? Да, скинула 3000. И поехали на, к себе. Как он медленно едет, слушай. А, давай еще вот этот купим. Хоть денег нафига. А, все-таки он не такой уж дорогой оказался, этот автомобиль, мне это не нравится. Вот этот, я думаю, будет подороже машинка. Это что у нас, BMW какой-то? Вот эта женщина, которая у меня постоянно забывает купить машинку. Вот это дороже, хорошо. 34 за 30. Она продаст. 4000 мы скинем. Есть, продала. Давай тут драндулет тогда нафиг я отправляю. Угу, эвакуатором. А на этом поедем. Я думаю, он намного побыстрее будет. Да, пошустрее. Оп, чуть не врезался. Я боюсь, что если я припаркую на дороге машину, то всякие дурачки врежутся в мою машину. Вот еще автомобиль неплохой. Какие колеса, какие диски шикарные. Вот эта женщина, она очень богатая. Ай, ты, ё-моё, богатая, блин. 15 тысяч. А если мы 3 тысячи скинем за 12 купим? Сможет ли она их продать? 12 500. Вот я не знаю. О, прикинь. Нормально. Так, а ну-ка. Так, стоп. Знаешь, что сделаем? Я движок выключу, на всякий случай. И мы ее тоже отправляем себе домой. А, давай, подожди, давай я тут тоже туда же отправим, нафиг, мы пешочком пойдем. 78 тысяч у меня есть, сейчас я какой-нибудь автомобильчик выберу. Подороже, 9, это дешево, нет. Блин, наступило то время, когда я торгуюсь уже, я выбираю не самую дешевую машинку, а подороже. 9, 3, иди нафиг. 3, это еще дешевле, это, наверное, вообще да, дешевая какая-то фигня, драндулет. Привет, сколько? 1900. Иди нафиг. Ты на этих дешевых машинах ничего не заработаешь. Эту покупаем тогда за 9. А, деваться некуда, потому что что-то я машин вообще не вижу никаких. А, привет. А, давай, скинь мне за 7. За 7000. Нормально будет. За 7000 рублей мы ее... Ах, нет, не купим. Давай 7. 7500. Почему нет-то? За 7500, давай нормально, алло. О, продала за 7500. Итого, мы хорошенечко сторговались. Мало того, что мы купили, немножко сторговались по цене. Ух ты, как она едет хорошо, быстро. Мы еще продавать когда будем, тоже подороже продадим. А, наступила неожиданно ночь. Ну, в этом. Тогда, значит, мы едем к себе домой. В этот самый контейнер. Вот он здесь рядышком с райончиком там находится как раз. Выходим. Ложимся спать. Так, у нас там бензин не кончится за ночь. Что-то я движок-то забыл выключить. Интересно, да. Не, смотри, тарахтит еще. О, да, у нас еще полный бак. Сколько, интересно, было до этого. Ну и все, отправляемся домой. Я не знаю, в правую сторону или в левую ехать. Мне кажется, нужно нам развернуться. Ехать в ту сторону. Почему-то я так думаю. Может быть, и я не прав. О, автомобильный рынок открыт, прикинь. Круто. Тогда мы что делаем? Машинку оставляем.
дома, едем на автомобильный рынок, там какую-нибудь дорогую покупаем. Ну да, тогда сделаем так. Я припаркую тачку в офисе. Вот мои машины, 3 штуки. Машину припаркуем здесь. Опа, чуть не врезался. Глушим. Идем. Так, тут тачки у меня выключенные, да, все не работают. То бывает, что движок работает. Я вот боюсь, что бензин закончится. Поехали на автомобильный рынок. Итого у меня еще 78 тысяч. А, нет, 71. И посмотрим, какую-нибудь тачку возьмем. Вот эту давай, например, просто спросим, сколько стоит. 23, дешево. Мне нужно в пределах этой суммы. BMW-шка. В пределах 70 тысяч купить машинку. 19, дешево, иди нафиг. Вот это может быть, смотри, типа Rolls-Royce или что-то такое. Вот. Здравствуй, здравствуй. Сколько ты стоишь? 52 тысячи, отлично. Торгуемся до 45. Я не знаю, прям много я хочу скинуть. 45. Посмотрим. Да, она сторговалась. И 26 тысяч у меня остается. Но слотов у меня нет, поэтому... А, да, нет. Ну все, едем тогда на ней. Посмотрим, что это за машина такая. Быстро ли она едет? Да, смотри. Разгоняется неплохо. Ой, какая она быстрая тачка. Тормозит. Да, и нормально притормаживает, успевает. Ну, не сильно, конечно, нормально, но пойдет. Оп, врезался, да? Ладно. Так, давай, значит, движок. Блин, как неудобно сделано. Чтобы она автоматически сама двигатель выключала. А, здесь надо будет машину уже помыть-то еще. Давай отъедем. Сейчас мы ее... Ох ты! Врезался. Ладно. Не видно, потому что было, куда я ехал. Так, а здесь мы проходим. А, проходим. Давай сразу мы ее к керхерам высокого давления отмоем. Чтобы она дороже была. Но так как она у меня ударенная, боюсь, что это повлияет на будущую сделку. Но ремонтировать я ее, наверное, не буду. Потому что это дополнительные растраты. А они, как вы знаете, в этой игре, они очень-то сильно и окупаются. А, здесь я не пройду. Ладно. А что, еще где-то грязь? А, вот еще грязь. Где еще грязь? А, сверху. Все, автомобиль отмыт. Давай тогда вот этот драндулетик. Все, идем. Нифига не вижу. Припаркуем ее. А, между ними сейчас станем. Аккуратненько. Оп. Хорошо. Давай еще чуть-чуть сюда. Опа. Глушим двигатель. Давай ее, может, сразу тоже помоем, чтобы она у меня чистая была. Где тут еще грязь? Вот сверху. Мы, кстати, копим на опыт, добавляем, чтобы... этот самый, как его, господи, скажи мне, я тебе скажу. Очки опыта мне нужны. Там можно прокачать, чтобы машина не сильно повреждалась. Ну и там всякие разные... различные плюшки. Сейчас я посмотрю, сколько у меня опыта. Одну очку опыта. Низкий урон. Вот эту я хочу штуку. Ваши транспортные средства будут получать меньше урона. Как раз я водитель такой себе, поэтому мне это дело очень даже пригодится. Где-то врезался. Так, все помыто. Садимся в тачку. Так, посмотрим. Главное, чтобы меня сейчас никто не впендюрился. Не, нормально. Опа, мы ее сейчас сюда поставим. Красиво. Угу. И еще мусор валяется. Смотри, а. Сесть в тачку. Сейчас развернемся. По большой траектории. Немножко проедем вперед. Ой, какая она хорошая. Сколько она, интересно, стоила у меня?
И мы ее сейчас припаркуем прямо вот здесь. Возле мусорки. Есть. Ой, сколько машин у меня. Смотри, я почти район весь выкупил. Нормально, нет? Давай, берем планшет. Веб-страница. Продаем тачки за... Давай будет у нас одни троечки. Троечки. За 333 тысячи долларов. Хоть они стоят дешевле, но может кто-нибудь купит. Да. Так, вот еще тачка. За 45 мы ее купили. Сколько мы сегодня заработаем денег? Вот это интересно. Все, машинки у нас все выставлены на продажу. Это сколько стоит? 19 тысяч. Одну за 19 тысяч я купил. А другие подороже будут. Все, все тачки у нас на продаже. Ждем наших первых клиентов. А, как раз мы выбросим этот мусор, чтобы у нас офис был чистый. И заработаем немножко опыта. Автомобильный рынок у нас открыт, а у нас денег нету. Опа! Первый покупатель. Привет. Давай хорошенечко купим. Продадим, то есть. За 12 мы купили. За 23. О, торговаться за 25. Давай продадим за 25. Может купит. А может быть и нет. Давай, давай, за 25. Соглашайся, пожалуйста. Есть. Первые денежки пошли. Замечательно. Это мы за 30 покупали. За 45 давай. Да, ё-моё, 39. Торганёмся 43. Угу. За 43 купит. Есть. Ага. Опа, еще мужик стоит рядом. Сколько же у меня уже денег? Это мы покупали за 19. За 32, смотри, за 36 давай. За 35. За 35 покупаешь? Блин, да, купил. 129 тысяч уже имеется у нас. Прикольно, прикольно. Даже, может быть, мы успеем на автомобильный рынок еще какую-нибудь тачку купим. Так, сколько? 71 тысяча, да ну. Давай 75. Ну, если ты не дурак. А ну, за 75 купишь? Да, 200. А, ты просто... Ты че, ушла? 200 тысяч у нас уже. Блин. Ладно, знаешь, что мы сделаем? Автомобильный ПК рынок открыт. Сейчас 3 часа дня. Я думаю, если мы быстро сгоняем, может, еще какую-нибудь тачку купим. По Берикуму. Автомобильный рынок. По Берику. Так, смотрим. Какая тут была дорогая, что мне не хватало денег. Вот не это. Где-то вот здесь она стояла. О, какая красивая машина. Я хочу ее. Давай. Сколько ты стоишь? 129. А мне 200, да? Торговаться. 120, 190, да? Давай 180 тысяч. Так, 18, вот 180 тысяч предложение. За 180. Есть! Мы купили на всю котлету. Какой машина, смотри. Ой, как мне нравится тачка. Ой, как она заводится. О, ну... Смотри, быстро едет. Ой, сюда лучше не ехать. Ну, что-то не очень быстро она едет, ну ладно. Ну, это прям удачная покупка. Ох, я чуть не врезался. Тихо, тихо. Ты что, вообще не тормозишь? О, да. Вот эту сейчас мы продадим. И продадим вот эту вот. Смотри, она вообще не останавливается. Какая-то странная тачка. Выходим, быстренько эту продаем, дешевую. За 7500, за 10 купит. Давай. За 9. Торганемся. Давай за 11 тысяч. Ну, он не выглядит богато одетым. Так что, ладно, сделаем небольшую ему. В смысле, ты не хочешь покупать? Ну, давай за 10500. Фиг с тобой. Я действительно, у него нету денег. Думай. Да, продали. Вот это вообще красота, слушай. Мы ее выставляем сейчас, знаешь, за сколько? Веб-страница, TIX, 180 тысяч, офигеть, продаем за 400. За 400, 500. Ого,
Вот это прям я нормально-таки заработаю. Сейчас мы его быстренько отмоем от грязи. Смотри, она достаточно-таки грязная. Ага. Есть, автомобиль помыт. Он очень красив. Ага. Вот эта тачка, ребята. Ну все, эта картинка пойдет на заставку. Просто тачка, которая стоила 200 тысяч. Нормально. Это вообще круто. Как я сейчас... Смотри, какой спойлер у него огромный. Колесики. Мне даже жалко ее продавать, слушай. Решетка ради... А, это что такое лежит? Ага. Это какая-то сосочка для ребенка. Ага, наверное. Кто-то забыл. Да. Баночка для молока. Я так думаю. А вот такая тачка за 200 тысяч почти купленная. Блин, у меня почему так мало денег? У меня нету нигде машины, ничего нигде не стоит. Подожди, как тебе? А, она же продается, я даже залезть в нее не смогу. Блин, да, потому что я ее купил за 100 тысяч, за 200. Где продавцы, где покупатели? Алло. Ладно, продадим эту тачку в следующем ролике тогда. Ну, а почему бы и нет? Потому что ждать? О, нет, вот смотри, приперся. Этот бомж, у него нету денег. За 400 он не купит. Угу. За 190. Иди ты нахер. Давай сторгонемся, если он не купит за 180. За 220. Подожди, мы еще там-то торговались. Если ты не купишь, то ты пойдешь нахер отдыхать. О, купил. Блин, дешево мы продали. 250 тысяч. И наступила у нас ночь. А на этом тогда ролик будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.